многие люди говорят об отношениях. То есть у них очень любимое слово «отношения». Особенно вот там, где я живу, в Одессе, там все только об отношениях и говорят. Спросите их, что они знают об этих отношениях, а они вообще ничего понятия не имеют. Как выстраиваются отношения? А я, знаете, почему так считаю? Я вам расскажу. Потому что я только и вижу на своих глазах, как рушатся отношения. Я только и вижу, наблюдаю за ними, как у них рушатся отношения. У них вечно проблемы в личной жизни, вечно проблемы с бизнесом, вечно проблемы со всем. Они ноют друг другу с утра до вечера, изливают. Что такое человек знает вообще об отношениях? Да ничего вообще. Отношения – это такая вещь, которую требуется построить и поддерживать в рабочем состоянии. Отношения имеют два такта. Построение отношений, если уже выбран объект построения, и поддерживание этих отношений в рабочем состоянии. Если у вас нет понятия о том, как это делается, вы вряд ли сможете заниматься бизнесом. Бизнес требует долгих, долговременных, прочных взаимоотношений между людьми. Это основа доверия в бизнесе. Если вы не можете строить такие отношения, у вас будут громадные неприятности. Вы постоянно, как американцы говорят, будете как у Буратино, с носом искать новых клиентов. И за время один американец смеялся. Он говорил, от старого клиента деньги получить намного легче, чем от нового. То есть, вы вынуждены выполнять сверхзадачу по новому клиенту, потому что вы не можете построить отношения со старым клиентом. То есть, сколько раз человек ходит в булочную покупать булки каждый день? И вам кажется, что на простых деньгах, на клиентах, отношения выстраивать не надо. А на сложных, обязательно вы потом построите отношения когда-нибудь, когда до сложных денег дойдете. Нет, ребята. Человек так поэтапно и научается, шаг за шагом, строить отношения. Сначала простые, потом более сложные. Потом с более серьезными людьми, еще более серьезными, еще более серьезными. Это как лестница, как ступеньки, понимаете? И как бы, если человек не может построить отношения простые, то сложные он построить не сможет. Это все случайность. И это ненадолго. Понятно, да?